Сейчас я хочу убить Корнея Корнеевича. Мне теперь болит шея. Это сделал Лунтик, ребята. Всем привет, ребята, с вами снова я, королева мистики. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, сегодня мы с вами будем звонить Лунтику Экси, друзья. Во-во-во-во-во, вы все помните, как я заказывала живую игрушку на сайте Darknet Лунтика Экси. И он был реально страшным, стрёмным, злым. И это было чумачедшее видео, друзья. Поэтому сегодня я решила купить на сайте Darknet номер, по которому можно будет дозвониться до Лунтика прямо в его запретную серию, поговорить с ним, спросить, как у него дела и вообще, что он за человек, что он за существо, что он за тварь, что он за монстр и чем он, по крайней мере, сейчас занимается. Это будет возможно сделать прямо по фейстайму, ребята, потому что уже номерочек я купила. Сейчас я вам покажу, ребят, сейчас я зайду на фейстайм свой. И вы увидите номер Лунтика. Вернее, я, конечно, вам не покажу, потому что я отвалила за него большую сумму денег, друзья. Ну вот, вы можете посмотреть. У меня здесь записано уже Лунтик Экзе, ребята. Реально, если камера показывает или размыто показывает. Отлично, Лунтик Экзе, ребята. Мы сейчас находимся в фейстайме. И мы прямо сейчас будем набирать его. Никогда не звони Лунтику в 3 часа ночи. Иначе тебя ждет кошмар. А мы это сделаем прямо сейчас за 10 тысяч лайков. Я знаю, что вы сможете. А если вы до сих пор не попали в мое видео, прямо сейчас спускайтесь ниже в комментариях и пишите комменты. А прямо сейчас 3 самых топовых коммента. 1, 2 и 3, ребята. Если вы до сих пор еще не подписались на мой канал, нажмите красную кнопку подписаться. Прямо сейчас мы позвоним Лунтику Экзе в 3 часа ночи по фейстайму. Итак, ребята, вы можете видеть, что прямо сейчас Лунтик Экзи в сети, и мы наберем ему по фейстайму, ребята, это просто жесть. Я прямо сейчас звоню Лунтику Экзи, номер телефона которого я купила на сайте Darknet. О, господи, ребята, он взял трубку. Жесть, просто посмотрите, ребята, это реальный Лунтик Экзи. О, черт, нужно о чем-то его спросить. Ладно, ребята, давайте поболтаем, давайте спросим. А, Лунтик Экзи, это ты? Чего тебе надо? Чего ты мне звонишь? Ну, в смысле, чего мне надо? Я просто купила твой номер на сайте Darknet и хотела бы узнать, чем ты сейчас занимаешься. Сейчас я хочу убить Корнея Корнеевича. В смысле убить Корнея Корнеевича? В прямом смысле, вместе с его дружком, пчелкой. Ну, не пчелкой, во-первых, а пчеленком. Какая нахер разница? Я сейчас всех пойду и замочу. Не надо их убивать. Ну, зачем вообще кого-то убивать, если ты Экзе? Это не значит, что ты должен всех убивать, Лунтик. Ты слышишь меня? Ты не слышишь, я? Зачем ты пришла? Зачем ты звонишь? Я пошла в жопу. Зачем ты обзываешься? Просто я хотела с тобой поговорить. Не ходи, пожалуйста, к Корнею Корнеевичу. Поздно, я уже у него. Корней Корнеевич? Ты кто? Я просто нашла, ну, купила номер на сайте Darknet Лунтика и решила ему позвонить. Кстати говоря, Лунтик собирается тебя убить. В смысле ты его сожрешь? Червяк сожрет инопланетянина? Это просто бред какой-то. Перестаньте там же ругаться. Это кто? Пчеленок, привет. Привет, ты кто такая? Я просто нашла номер Лунтика. Блин, я уже 100 раз объясняла. Я хотела позвонить Лунтику и узнать, как у него дела. У нас дела нормальные, мы сейчас тебя придем убивать. В смысле меня убивать? Для чего меня убивать? Нет, я просто вам позвонила узнать, как у вас дела. Вот позвонила, теперь неси ответ. Мы убиваем всех блогеров, убьем и тебя. В смысле всех блогеров? А при чем здесь... Ты разрезала Лунтика, ты разрезала, и теперь мы идем в твой дом. И с каждым будет так, как с тобой. Блин, пожалуйста, не надо приходить ко мне в дом, я в это не верю. Во-первых, вы вообще там где-то, я не знаю, вообще существуете, и как вы вообще со мной разговариваете, поэтому не надо мне угрожать, а то я позвоню в полицию. Полиция тебе не поможет, что ты им скажешь, что ты разговариваешь с живыми игрушками. Мы просто замучим тебя все втроем, так что давай, иди, открывай дверь.
Не буду я ничего не открывать и никого вас не запущу. Все, ребятки, давайте, пока. Ребята, вы слышали? Я только что разговаривала, и там был не только Лунтик. Там был Корней Корнеевич Экзе и был Пчеленок Экзе. Реально они угрожали то, что они прямо сейчас придут ко мне домой. Ребята, кто-то стучится в мой дом, ребят, мне страшно. Блин, зачем я только заказала этот номер, Даркнет, номер Лунтика Экзе? Они пришли, блин. Ребята, черт, этого просто не может быть. Кто здесь? Блин, надо проверить дверь. Ребят, дверь закрыта, они никак не могли попасть. Если только где-то... Смотри. Лунтик, мамочки, ребята, Лунтик здесь. Пчеленок, он тоже здесь, ребята. Корней Корнеевич, ребята, тоже здесь, Корней Корнеевич. Жесть, это все Экзе-игрушки, как они здесь очутились? Этого Лунтика мы разрезали, ты слышишь? Пчеленок подает какой-то сигнал. Черт, я боюсь до него дотрагиваться. Пчеленок, ты живой? Ребята, это живая игрушка. Ну как она проникла ко мне в дом? Мне очень страшно, ребята. Пожалуйста, помогите мне. Откуда они все здесь? Это Экзе и Корней Корнеевич, ребята. Это неразрезанные игрушки. Как они оказались здесь? Возможно, Лунтик их как-то сюда телепортировал. Через потусторонний мир, ребята. Это Лунтик Экзе. Помните, в одном из видео я его разрезала. Как они здесь очутились. Посмотрите, какой у него шрам на животе. Ребята, зря я позвонила в 3 часа ночи. Лунтику, Лунтику, Экзе, мамочки. Что? Здесь кто-то есть, Дим. Дим, здесь кто-то есть, мамочки. Мне страшно, ребятки, пожалуйста, помогите. Успокойся. Ребятки, мне страшно, здесь кто-то есть. Эти игрушки. Ребятки, эти игрушки живые. Блин, мне страшно. Черт, ребята, что делать? Слушайте, мне нужно их как-то закрыть, чтобы они никогда не убежали, если вы хотите, чтобы я разрезала новые игрушки Экзе, пчелку и Экзе Корней Корнеевича, ребята, то напишите прямо сейчас об этом в комментариях, а пока я хочу их закрыть вместе с Бубой. Ребята, у меня здесь есть место, где я закрываю игрушки, от которых я боюсь, ребята, они реально страшные. Самые страшные живые игрушки заказаны на сайте Darknet. Они реально стрёмные. Видите, у меня Буба в заперти. Я его держу здесь в коробке, чтобы он не убежал. И пока что он здесь. Ребята, это реально страшно. Я не знаю, как Лунтик, но он уже разрезанный. Корней Корнеевич я положу к Бубе и пчеленку положу к Бубе, ребята, и закрою их. Пока пусть они будут здесь. А я не знаю, что делать с Лунтиком, ребята, потому что мы его уже разрезали, и он должен быть мертвым, ребята, он не должен быть живым. Я просто не знаю, как он сюда попал, мне очень страшно, ребята, помогите мне, я не знаю, что... Что же это такое? Ребята... Может быть, еще раз ему позвонить? Я не знаю прям, что делать. Давайте еще раз попробуем позвонить... Так, ладно, сейчас я звоню, ребята. Ребята, он не берет трубку. Ребята, это реально этот Лунтик со мной разговаривал. Ребята, Лунтик что ли живой? Лунтик, это ты привел сюда? Пчеленка и Корней Корнеевича. Лунтик, ответь, это ты? Да, это я и сейчас. Я тебя... Ай, пожалуйста, ой, Дима! Черт, он вцепился в меня зубами! Получается. Пожалуйста! Ай, как больно! Дима, пожалуйста, помоги мне, ребята, помогите! Ай, черт! Как больно! Ай, ребята! Лунтик настоящий, живой, ребята! Он реально меня укусил, где он? Дим! Блин, слушай... Мне очень больно, мне нужно забинтовать. Черт, очень больно. Ребята, посмотрите, как он укусил меня. Мне теперь болит шея. Это сделал Лунтик, так, ребята. Черт, у меня даже немного... Почему ты его в коробку? Кровь. Я не думала, что он живой, ведь мы его уже разрезали. Но действительно, нам необходимо больше времени для того, чтобы... Убить эти игрушки. Ребята, они все живые. Оказывается, у меня дома теперь все живые игрушки. Нам нужно найти его. Лунтик. Мне нужен шприц, который убивает. Шприц, который убивает живые игрушки. Да, шприц.
Давай, давай, шприц, который мы заказали на сайте Darknet. Он пустой, ребята, не может быть. Он пустой, у нас закончилось все зелье. Теперь нам придется заказывать новые зелья. А пока мне придется жить в страхе и искать. И бояться. Лунтик Экзи каждый день, ребята, в 3 часа ночи. Господи, мне так страшно.